Всем привет! Сегодня у нас складной нож от компании Kersho. Это его название, штрих-код и артикул. Стандартная упаковка для складного ножа. Корпус изделия выполнен полностью из металла. Ну и в основании, в осевом узле, имеется такая вставка голубого цвета. Это флиппер, не выраженный, но при этом имеет вырезучие насечки в плавнике. Ну и превращается в такую не сильно выраженную гарду. По замку фреймлок, надежный клинок. Имеет прямые спуски от обуха, сталь 8 хром 13 молибден ванадий. И имеется обработка, причем как корпуса, так и клинка. Это Stonewash, да, только он полностью в коричневом цвете. По типу Brown Wash, ну если Black Wash имеет название, наверное, Brown Wash тоже уместно. Гравировка Kersho, в основании вставки с вырезами, которые придают определенную цепкость. Повторюсь, замок фреймлок, клипса аккуратная. И на противоположной стороне имеется отверстие для ее переориентировки. По характеристикам. Вес 99 грамм, длина клинка 7,6, общая длина ножа 18 сантиметров. Корпус металлический, складной нож. Очень выглядит своеобразно от компании Kersho.